Next RP. Вы готовы увидеть настоящий RP Live проект на системе Dark RP? Тогда присоединяйтесь к нам. У нас вы сможете расслабиться и играть в свое удовольствие. Квалифицированная администрация, уникальная сборка, красивая карта. Воплощайте свои мечты в реальность на нашем проекте. Мы ждем вас. Последние несколько роликов были разрывными для моего, казалось бы, помирающего канала. Чего уж греха таить, ровно год назад на стриме я мог еле-еле собрать 20-30 человек, а сейчас мне удается удерживать онлайн в районе 3 или же 4 сотен зрителей, за что вам огромное спасибо. Прошло буквально несколько месяцев с моего, так скажем, необычного возвращения, но еще не время сдуваться, ведь я вернулся с новой порцией долбоебов, школьников, отбитых фанатов и прочей нечисти. Санитар Dark RP вновь берется за работу. Так, ну и чё, я должен по закону жанра снова на какое-нибудь нарушение наткнуться, едва выйдя только с этого спавна. Но пока ничего такого не происходит. Пока такого и близко, ну, нету вообще. Голосуем, конечно же, за увольнение, ну, а чё, кнопка есть, можно нажать, почему бы и да. Разрешенное оружие любое, ну, раз любое, то любое. ДПС, ты конченая сонота, ты нахуй меня убил, идиот, блять. Напоминаю то, что за оскорбление в нон-РП чате вам полагается либо мут, либо гаг. Если же вы оскорбляете в текстовый чат, вам полагается мут. Если же вы оскорбляете в голосовой, рвете глотку, чтобы обосрать оппонента, вам полагается гаг. Осуждаю такое поведение. Вообще, может, он реально виноват, и его просто так убил этот ДПСник, но оскорблять это не повод. Мы, конечно же, всегда за адекватное и нетоксичное, то есть здоровое общение. Мут гаг 15-60 минут. Офенс 1-1. Фан, чат, мут 30 минут 1.1. Молчать нахуй. На что ты сядешь? На хуи дроченые, либо на пики точеные? Посоветуй, куда лучше, если пользовался. Упуск. Сука, стоять, мразь ебаная. Маму ценить надо, сука, блядь. Нихуя себе. Ебать вы дебилы, блядь. Цените, мать, ебаный рот. Похуй. Да, 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 цени свободу, придурок. Сейчас тебе тоже пизда. Придурок. Граждане, внимание. Глава города объявил комендантский час. Просьба всем не поиграю я, короче, по домам за... и ждать дальнейших указаний. Этого чела, за бандита. Мне придется, сука, разбираться с челом, который за маму убить готов. Это, конечно, обидно. И это, конечно, нехорошо, но убивать человека, тем более прямо на вокзале, когда он только-только приехал. Ну, там, по-моему, не одно нарушение, сейчас рассказывается, что у меня есть демонстрация. Здорово, чуть-чуть. Да не, ничего не случилось, ты же был прав на все 100%, а давай еще предугадаю, ты, наверное, сейчас будешь пытаться узнать меня по голосу. Тем самым начиная мешать разборкам и затягивать их проведение. Это сейчас будет звучать не как камень в огород этого сервака, нет, с этим все в порядке, но есть такие игроки, есть отдельный ряд уебанов, которые намеренно пытаются затягивать проведение разборок, а потом это аргументировать тем, то, что разборка идет слишком долго, отпускай меня. В рот ебал таких, если честно. Ненавижу. Поэтому мой вам совет, если вы собираетесь здесь работать администратором, при нарушении игрока тэпните его, скажите, за что он получит наказание и какой срок. Больше с ним не нужно ни о чем разговаривать, просто накажите его и все, пусть с ним ебется кто-нибудь другой. Он тупо вам может затянуть разборку и не получить наказание. Криминалобосы, хрикил. Так, ты кто? Ящик Бибстера. Что случилось? Криминалобус фрики. А у него нет нарушений. О, я-то думал, Артур, подожди, меня тэпнешь. Здорово. У тебя офенс парент, получается, будет у тебя мут в чат на 30 минут. Вот, 30 у тебя не было. Меня банить? Нет, у тебя не бан, у тебя мут будет и все, не более. Ну, мут, мут, да. У него еще оскорбление просто, это офенс. А ты что, чем-то лучше, Parents, что ли? И просто ты что, чем-то лучше? Он... Это тут при чем? Я просто говорю, что его все нарушения. Да, потому что я не терпила, блядь, как ты, понимаешь? Я не люблю терпеть, когда нахуй моих родственников унижают. Потерпи, 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 я пока говорю. Ты потерпи, когда тебе головой, блядь, в унитаз макает. Ой, я просто забыл микрофон выключить. Еще одна заметка для тех, кто собирается админить не только на этом серваке, но и на любом другом. Это не считается за отмазку и за оправдание. Можно сразу влепить наказание. Более того, я как такового повода ему не давал для того, чтобы себя так вести. Ну,
я по факту сказал, потерпи, сейчас я высказываю насчет наказаний и нарушений. И зачем он начинает пытаться с кем-то спорить, а потом открывает свой рот и сыпет оскорблениями. Ага, оскорбление администратора. Да я забыл. Это, в смысле, где оскорбление? Лечи память, блядь, а свинья ебаная. Лечи память, сука. Ты оскорбляешь игроков на разборке, у меня есть, да. Ты не игрок, ты свинья ебаная, которая нарушает правила. Да? Ладно, я. Так, все, чат, ты мут получил, я тебя возвращаю, Куаранда. Я тебя возвращаю. Скажи, оскорби меня, стой, скажи что-нибудь. Верну телепортом. Че ты говоришь? Ты скрипач? Что ты? Совсем? Что ты хотел? Ну, просто скажи, ты скрипач, нет? Да ты скрипач, блядь, блядь. Ну, нет, стой, просто скажи, говори, говори что-нибудь. Ты не скрипач, да? Не. Угу. А, нет, я думал, ты скрипач. Так, ну у тебя мут на 2 часа за 1.3. Точнее, будет у тебя, наверное... Ну да, мут на 2 часа за 1.3. Блядь, ты скрипач, ёбаный рот. Какой скрипач, что ты хуйню несёшь? Ты будешь разговаривать по поводу вот этого твоего нарушения? Ну ты скрипач, я же знаю. Так, смотри, у тебя 1.3, это будет мут на 2 часа. Получается. Да окей. Потом просто неадекватное, скажи, ты скрипач, неадекватное честный. Поведение на разборке. Ты не разговариваешь. Да и что я по знаю поводу... все свои нарушения? Да не все ты еще знаешь, я тебе все перечислю. Фрикил. Все знаю абсолютно. Да мне похуй, давай быстрее. Ты просто скажи, ты скрипач, нет? Голос один и тот же. Ебать, это реально ты, ебаный рот. Ребята, извиняюсь, админ. За неадекватность игроку сколько полагается? Давайте быстрее. О, привет. Это... Быстрее, если он тебе мешает как-то разборки, это 7.4 бэтплеер. А если он неадекватен на разборках, то там 7.5. Ага, типа, понял. Да я просто тэпнул его в админзону. Он чела взял, убил, получается, за оскорбление в чате. Хотя он сам его спровоцировал, этого чела. Он его взял, убил с айги прямо на вокзале при мне. Я его тэпнул и начал говорить там то, что типа меня в унитаз головой макал. Бля, извращенцы у вас какие-то играют, серьезно. Вот. Потом он начал меня спрашивать, скрипач ли я или нет. Он, у него просто пластинка заела, вот сейчас тебе докажу. Молчите просто. Времени нету. Это можно скрипач, побыстрее? Пацан? Ебать. Ну, я же говорил, блядь. Да это скрип... Как над ним можно поиздеваться, над долбоебом? Скажите. Блин, ты меня пугал. Я подумал уже, что я видел в Ютубе. Ну, жаль ему, да. Так еще и поиздеваться можно. Убить его никак нельзя, там, не знаю. Бля, дайте ствол, я его хочу застрелить, блядь. Побыстрее, пэ. Да ты ж скрипач, ну просто скажи мне. Просто скажи. Ну скажи, давай, скажи. Так, теперь. Скажи слово свинья. Да бля, это ты, сука. Очко ставлю, пиздец. Бля, это реально ты, ебаный рот. Джао, 30 пиздец. Минут. Почему, когда я включил демку, ты молчишь? Ну что за хуйня, ну пиздец. 7-4. Не позволю себя дианонить. Так, теперь чего? Скажи хоть слово, Малю. Хуй тебе. Так. Еще 60 минут. Так, 90 уже минут. 4-1, 3-4, фрикил. 150 минут. Скрипач, пиздец, ку. Здорово. Ты ля, он не бомбит особо. Он бомбить начал только в начале самом, пока еще меня не узнал. А потом он уже все, перестал бомбить. Хуеть, конечно, у них логика. То есть, если бы это был обычный администратор, он бы бомбил, его пытался бы типа хуесосить, невзначай, типа ой, забыл микрофон выключить, все такое. Ну, такое себе поведение. Двуличное немного, мне это не нравится. Давай, поехали. Катай просто по городу, там, где будет много людей, скажу остановить просто и все. Бля. Нихуя себе! Да, все видел. Батл в день собрался. Давай, выходи.
В смысле бесплатно я тебе деньги отдал? Забирайте его. А, да. Я же заплатил за проезд, ты чё? На рынок, давай еще, на рынок попробуем заехать. Где рынок? Рынок это ты назад выезжаешь, вот туда, откуда ты заезжал. И прямо, прямо, прямо вдоль железных путей. Блядь, да ты можешь рулить нормально, сука, держи руль. Я не на краш-тест записался, блядь, на поездку. О, догоняй, догоняй вот этого трамвая. Да не надо его, блядь, подрезать, ты еще не доехал до него. Все, теперь вот, все, я здесь выйду. А че они выкупают все квартиры и не живут в них? Дори Хасу. О, заебись. Ля, че все такие языкастые, сука? Пишов нахуй отсюда с чата. У нас здесь позитивное общение без негатива. Генерал Пиздосос к вашим услугам. Это моя должность. Это я пиздосос, а не ты. Это я пиздосос, а не ты. Он нахуй сейчас. У 3-4. Вот он и начал хуйней страдать. Джайл. Три. Сейчас отдыхай. Да не дергай. Да не дергай дверь, да я выйду, блядь. Ты что, ненормально? Дай мне выйти. Блядь, офицер, офицер. Игроку бродяга выпало РП удачи 41 из 100. Показывайте руки. Понял, лицом к стене. Что он сделал такого? Че ты его лицом к стене ставишь? Лицом к стене. Шиз, отстань от него. Толкают людей. На этот сервак недавно добавили вот эту функцию толкания на R. Вы подходите, чела толкаете, у него такая вспышка на экране. Некоторые этим обузили, ну просто потому, что есть функция, почему бы и не попользоваться по поводу и без, и ввели правило фрипуш. Теперь это запрещено делать без особой на то причины. Вот к чему я веду. Этим заниматься должна далеко не полиция, а, например, какой-нибудь, как я думаю, санитар. Тут санитары есть для дурки, они могут его быстренько упаковать, увезти, лечиться, накачать его какими-нибудь таблетками ПРП и сделать из него дегенерат. Ну или на крайняк просто подать жалобу за этот сраный фрипуш, чтобы он отлетел, а не бегать, угрожать ему оружием, возможно, стрелять в него, убить или же как-то еще по-другому мешать играть. И что дальше? Тебе это мешает как-то? Мешает, он меня толкает. А, то есть, пока это тебя не коснется, тебя вообще не ебет, что происходит. Зачем ты тогда в полиции служишь? Блять, я тебе объясняю, придурок, это кусок, я... Но я думаю, тут дураку понятно, то, что я не начинал с агрессии первой, я лишь на это отвечу. Изначально я спрашивал, зачем он его пытается заковать. Окей, он мне говорит, то, что он всех толкает. Потом я узнаю то, что он толкнул, когда его, только тогда у него появилось желание его заковать. Не кажется ли вам то, что вот конкретно по этой логике ему в принципе не нужно играть на этой профе? Он на этой профе защищает не горожан, чем он в принципе должен заниматься, он защищает только себя. Еще не забыл он с собой на эту профу прихватить двойные стандарты. Я могу оскорблять кого угодно за что угодно, а меня оскорблять не могут. Это оскорбление полиции, значит посажу, потому что могу. Заткни ебало, ты свинья ебаная, ты... Оскорбление, да? Да, блять. Да не стану я, сука, лицом к стене, ты свой рот сам свой гнилой, блять, вонючий открыл. Закрой рот, нахуй, воняет, немытая рожа. Свиноголовый, блять, долбоёб, иди нахуй, говорю, от меня. Ты чё, сука, делаешь? А, ну давай. Ага. Мы расскажем вам о краснодарских пацанах, Славике и... Давай. Толкайте нахуй этого придурка! Иди нахуй, говорю! Вызволяй меня! Ага, хорошо. Гусалине гусь. Уёбок, сука. Пока, то есть, его это не коснулось, какая нахуй из него полиция, спецназ, за кого он играет? Чё-то дебил. 70 часов наиграл, до сих пор не смог выучить правила, ну реально дебил, потал. Что? Что? Ты мне скажешь, что? Ну, оскорбление госслужащего, я тебя посадил, всё. Ты, будучи госслужащим, оскорбляешь других людей, да? Это ты так информацию доносишь или чё? Чё ты молчишь? Я чё, со стенкой говорю? Алло, отвечай. Ну а че, если не буду? Отвечай, а че ты мне сделаешь? Давай, че ты мне сделаешь? Бэтплеер. Ну, че ты мне сделаешь?
Мы сейчас не в РП-зоне. Бэтплеер. Что бэтплеер? Должен разговаривать с админом, не с тобой. А я что, не администратор, по-твоему? Ну, раз жалобу разбирать не ты должен. А другой администратор. А я ее не разбираю. Я с тобой просто говорю. Но я в любом случае администратор. Это не имеет значения. В смысле, не имеет значения. Ты сказал, да, то, что ты разговариваешь будешь с администратором. Я администратор, но я на тебя ЖБ не подавал. Я с тобой говорю, говори со мной тоже. Но если ты ЖБ не подавал, какие могут быть ко мне вопросы? Это не отменяет того факта, что у меня могут быть к тебе вопросы. Ну и что, пиши жалобу, админ примет. Я тебе уже вопрос задал. То есть ты доносишь информацию за госслужащего через... Я не буду на него отвечать только потому, что ты просто спрашиваешь. Даже жалобу не подал. То есть ты адвоката ждешь или что, блядь? Ты в суде? Нет, чел, ты в игре находишься. Да. И что? Окей, хорошо. Нет, ты пиши админу. А если я не напишу, что будет? Если я не напишу и заджалю тебя сейчас. Демка на форум. Да мне похуй, чел. На твою демку. Хорошо. Что мне ждать? Просто жди. Я жду уже не первого такого игрока, как ты, долбоеб. О, оскорбление на разборках. Видишь? Нет, я не оскорбляю, я называю вещи своими именами. Ты в данном случае долбоеб. Давай будем честны, не скрывайся. Мы в нон-РП обстановке, так что тебя можно называть так, как ты себя позиционируешь. Ты долбоеб. Нет, это нон-РП зона, блядь. Ты оскорбляешь. Ну, я тебе и говорю, то, что мы в нон-РП разбираемся сейчас, и я называю вещи своими именами. В данном случае ты долбоеб. Я тебя называю поэтому долбоебом. Ты поясни. Кто ты, чтоб тебе пояснять? Ты долбоеб. Долбоебам не поясняют, их перед фактом ставят. Привет. Он полностью игнорирует все мои вопросы касаемо той ситуации, когда он нарушил правила фриарест. Получается так. Там бегал гопник, он толкал, короче. Ты вроде бы у там... У тебя же этот, по-любому запись есть. Я же знаю, у тебя запись должна быть по-любому. Давай сразу перейдем просто к демке. Если на демке видно его нарушение, мы сразу его забаним без разбирать. Не вижу смысла растягивать весь этот процесс. Так я как раз таки не растягиваю, я тебе вкратце ситуацию описываю. Гопник бегал, толкал несколько людей. За ним увязался полицейский. Ровно с того момента, как он конкретно его толкнул, этот гопник. Вот. За толкание, в принципе, вроде бы ничего не дается. И они не запрещены, иначе зачем их вводили? Я бегаю, пытаюсь ему объяснить. Там в правилах, по-моему, этот есть пункт, сейчас я его недавно видел, там, короче, типа, просто так без причины толкать нельзя. Угу, хорошо. Я пытаюсь ему объяснить, то, что ты стоял, игнорил до того момента все его толкания, до тех пор, пока тебя самого не толкнули. Тебе не кажется, что ты не совсем, типа, компетентный полицейский? Он мне начал, знаешь, каким образом объяснять? Путем оскорбления. Типа, ты, придурка, кусок, не понимаешь, что ли, все такое. Я ему, естественно, в ответ тонну говна тоже вылил. Ну, типа, заслуженно. И он тут же начал юзать возможности своей профы, мол, оскорбление госслужащего. А то, что госслужащий себя ведет не как госслужащий, а как свинота, его в принципе не смутило. Так, а что у нас? У нас тут чисто фриарест, да? Ну, получается, что так. Якобы я его просто так оскорбил. Полицейского. Я бы его полицейским на самом деле не назвал, если бы я услышал со стороны. Челу рандомному пытается что-то объяснить, начиная с оскорблений. Даже у нас полиция, какая бы она кривая, косая бы не была, она все равно сначала, ну, вежливо начинает диалог, а не вот это «ты, придурка, кусок». Ходит, бьет меня дубинкой до тех пор, пока не посадит. А это, кстати, при милиции у нас, если он просто так тебя палкой пиздил. Ну, потому что ему нужно было меня остановить. Я от него убегаю. Нет, у тебя Демка есть. Ты это отрицаешь, я не могу понять. Такого не было? Демка есть. Я вопрос тебе задал. Такого не было? То, что я сейчас описал. Не было такого? Или я сейчас это себе придумал? Нет, я, может быть, придумал чела с таким же ником долбоебским, как у тебя. С таким же голосом в РП, как у тебя, да? Уебанским. Еще не сломанным нормально. С чего ради я буду отвечать на твой вопрос? Потому что ты сейчас на разборке. Если ты не будешь отвечать нормально на вопросы двух администраторов, которые с тобой говорят, у тебя будет бэтплеер. Ты мешаешь проведению разборок и пытаешься их искусственно затянуть. Ты в курсе, нет? Ты имбецил. Ты 70 часов наиграл, сука, на сервере, ты правила до сих пор не знаешь. Даже таких элементарных. Или у тебя мозгов, блядь, не хватает элементарно тупо зайти
прочитать правила. Ну окей, Фриме лицеи тут есть. А, все, да? Съехать не получилось, ну хорошо. Но в этой истории ты спиздел. А, так значит я все-таки спиздел, но ты подтвердил, да, мой пиздеж? Ты, ты как, с головой дружишь? Нет, тебя били, блядь, дома или нет? Может, ты пьяный играешь, я хуй знает. Ты пьяный играешь? Нюхнул? Храброй воды выпил? Я говорил, что он толкал всех в мэрии. Меня после... Нет, на улице это было. Это было на улице. Ты ровно с того момента побежал за ним. Чел, ты пьяница ебаная, иди нахуй отсюда. Он вышел на улицу и начал таклать толпу. Таклать, блядь. Вот, я тебе говорю, результат налицо. Чел нахуярился, блядь, фунфериками. А чё ты, кстати, войс отключил? Да. Что, у тебя микрофон отрезался? Чел, попробую писать ночью. Тебе, ну... Что, чё мне ночью-то писать? Какая разница? Я могу кричать ночью, я могу говорить ночью, писать ночью, я могу долбить по клаве ночью. Без света. Блядь, проведи себе свет, ты в пещере что? Играешь, что ли, пиздец? Ну, мне поебать. Правильно, тебе поебать, сидишь в пещере, блядь. Я могу все что угодно. Ну, кроме тройного тулупа. Не, это не был какой-то там допрос, где нужно было из меня выбивать инфу. Он просто пытался мне донести информацию, начав с оскорблений. Типа, ты придурка кусок. Я отчетливо помню каждое... В войс было оскорбление или в чате? Да, в войс все не было. Не сомневайся. Войс, войс. Ага, значит, сейчас мы ему дадим как? И он до этого, буквально минуты две назад, он вполне себе спокойно там разговаривал. Голосовые связки порвались или что? Так, ну, значит, за... Уже выпили наказание, теперь Джайл следует. Тут у нас... Чел, готовь жопу к заселению, сучара. Давай быстрее. Тебе уже как свинье рот заткнули яблоком. Очко прикрой. А что ты сделаешь? Опять меня в тюрьму посадишь? Ебать ты напугал. Последние слова... Ладно, последних слов не будет. А он как вот какой, оказывается, пещерная обезьяна мелкая. Спасибо за разбор. Сори, что от РП отвлек тебя.